Всем привет, мои дорогие! Давайте сегодня приготовим очень вкусные и нежные кабачковые блинчики. Для этого рецепта мне понадобится один средний кабачок. Натираем его на мелкой терочке. Сок отжимать не нужно. Мелко режем укроп. Соединяем все ингредиенты. Добавляем 150 мл молока, 1 куриное яйцо, соль по вкусу и примерно 120 грамм муки. Все хорошо перемешиваем. Обжариваем блинчики на сковородке с капелькой растительного масла с двух сторон до золотистого цвета. Блинчики получаются очень нежными, сытными и вкусными. Подаем их со сметанкой. Всем приятного аппетита! Обязательно подписывайтесь на мой канал. Со мной просто и вкусно!